Мне говорят, что я в эфире. Всем здрасте. У нас сегодня очередная встреча на тему «Язык программирования Python». Вот, сегодня у нас начинаются, в общем, более или менее полноценные домашние задания по нашему курсу. Вот, согласитесь, предыдущее задание было неполноценно, в том числе содержало ошибку в формулировке намеренную. Вот. Значит, эта намеренная ошибка в формулировке преследовала две цели. Во-первых, чтобы вы немножко, особенно те из вас, кто не видел интерфейса eJudge, значит, привыкли к интерфейсу eJudge, а во-вторых, чтобы вы привыкли... О, да, кстати, давайте все пошевелим ногами. Такой вступительный аккорд, лекция. Вот. Отлично. Вот, значит... А во-вторых, чтобы вы понимали, что лектор тоже не железный, может сделать ошибку. И если вам кажется, что в задании, в формулировке задания какая-то ерунда, вот, кто первый, ну, вы подумайте сначала, вдруг, значит, там несколько минут подумайте, вдруг это ваша ошибка. Но если вам кажется, что это моя ошибка, не стесняйтесь прямо в большом чатике об этом заявлять. Чем раньше мы этот вопрос разберем, вот, тем, значит, легче будет всем оставшимся там, сколько у нас человек на курс записался, человек 200, наверное. Вот. Ну, до конца 200 человек не дойдут, курс свободный для посещения, в какой-то момент становится всем тяжело. Вот. Кстати сказать, относительно полноценного домашнего задания, еще одно предуведомление делаю. Значит, к сожалению, есть такая фигня в нашем с вами университетском житии, бытии, которая состоит в том, что чем ближе к концу семестра, тем домашние задания сложнее. Вот. Некоторые прогрессивные кафедры, вроде алгоритмических языков, специально заканчивают свои спецкурсы в конце ноября, чтобы, значит, в декабре уже, значит, вот не было этого. Вот. Если вы видели план нашего курса, он и так еле влезает в семестр, не будет у нас возможности закончить в конце ноября. Вот. Большая просьба продержаться до конца, тем, кто решил, что продержаться до конца, просто знайте, что как это, под конец будет чуть сложнее, чем сейчас. Вот. И это такое, значит, вот я решил попугать людей. Ну вот. А мы с вами, значит, занимаемся питончиком, причем занимаемся его питончиком вполне таким каноничным для всех языков программирования местом, а именно логическими выражениями, условными операторами и циклом. Вот. Но, как уже было сказано, питончик не был бы питончиком, если бы в нем не было чего-нибудь такого суперудобного, ну, скажем так, более удобного, чем в традиционных языках программирования. Судите сами. Значит, давайте мы посмотрим сначала про логические выражения. Вот есть то, что мы проходили на первом курсе по дискре, и даже в школе, на самом деле, по информатике мы это тоже проходили, называется алгебра логики. Значит, ну, во-первых, у нас есть операции сравнения, где-то они тут чуть позже будут, вот, которые возвращают, значит, некое волшебное число типа bool, ну, скажем, конечно. Вот, но это самое волшебное число типа bool, давайте мы его куда-нибудь присвоим. Вот, оно, значит, true или false. Класс у него bool, но это волшебное число в лучших традициях языка программирования C равняется нулю либо единице тоже. То есть конвертация, не та конвертация, это и есть нуль или единица. Да? Это такое однобитное число. Вот. Bool – это однобитное число. То есть он, по сути, он отвечает числовому протоколу. Да? Хорошо, давайте здесь напишем не так. Напишем вот так вот, и тогда, ну, вы поняли. То есть bool, и тип bool есть, но это такое число на самом деле, такой числовой тип.
Вот. Мы сегодня уже будем говорить про то, как вообще в Питоне устроена логика. Собственно, про это и будем говорить. Но сначала давайте так освежим в памяти, что такое операция OR и AND, что такое табличка истинности. Мы с вами все знаем, что такое табличка истинности, я надеюсь, по крайней мере, здесь присутствующие точно. Вот, потому что школу заканчивали или потому что на факультете учились. Вот, значит, операция или... Она, значит, равна false только в том случае, если оба алгоритма операнды ложны, а операция и равняется истине, если оба операнда истинны, во всех случаях ложны. Вот. В Питоне, разумеется, все это есть. Вот. Более того, спасибо, значит, разработчикам, на самом деле разработчикам Паскали, которые сделали неудобный интерфейс, и всем остальным разработчикам, которые сделали его удобным, в Питоне, разумеется, логические операции имеют более низкий приоритет, чем арифметические. В Паскале нет. Да, ну, вот некоторые из нас учили Паскаль. Вот. Ну, то есть мы можем написать реально A равняется B, and B меньше там, 12. Да. А. Да елки-палки. А что тебе не нравится? А почему? Ну хорошо, больше 12. Молодец. Да. Приставные стулья. Вау. Как-то контрамарочки еще будут продавать. Большая просьба на, ко всем здесь присутствующим не показывать лектору еду и напитки, если вы не хотите, чтобы я тут прилюдно захлебнулся слюной или что-то такое сделал. Даже если хотите, все равно лучше не показывать. Вот. Да. Поэтому, да, пожалуйста. Вот. Оно, в принципе, кажется, их и просто нельзя, но этот бог бы с ним, а вот показывать лучше не надо. Да, значит, все тут, впрочем, понятно с Питоном и с его приоритетом логических операций, но есть, дальше начинаются в Питоне такие удобности или особенности. В Питоне все объекты могут трактоваться, любые, вообще все, могут трактоваться как true или false. Для этого существует специальное понятие пустой и непустой объект. Не помню, как они точно называются на английском в Питоне. И в принципе, вы можете всегда в условном операторе, который мы будем чуть позже, я вам покажу, он простой, писать прямо объект, и если он будет пустой, то условный оператор сработает клауза else, а если не пустой, клауза true. То есть фактически вот у нас есть операция not, да, которая, собственно, меняет true на false, а false на true. Так вот, если мы скажем not 1, 2, 3, то это будет false, потому что 1, 2, 3 – это не пустой объект, среди целых чисел единственный пустой объект – это 0. А если мы скажем not 0, будет true. То же самое относится к строкам. Среди целых чисел единственная не пустая строка, единственная пустая строка, ну да, это пустая строка, единственный пустой объект – пустая строка, остальные, значит, считаются не пустыми. То же самое относится к некоторым другим классам. Например, то же самое относится к вещественным числам, к, между прочим, последовательностям, да, вот у нас есть список, не пустой список – это не пустой объект, а пустой список – это пустой объект, такие дела. И, как я уже сказал, эти объекты могут участвовать в логических операциях, заменяя настоящие объекты типа boolean, вполне. Да? Если он пустой, значит, будет трактоваться как false, если не пустой, то как true. Еще одна фишка Питона, тоже унаследованная у языка C, это частичное вычисление такого рода операций. Мы с вами помним еще из курса по C, если вы его не очень внимательно изучали, то, значит, будете помнить из курса по Питону, что операция, например, AND, она вообще-то равна true только в случае, если оба операнда true. Поэтому, если мы будем вычислять нашу логическую операцию слева направо, и мы уже вычислили, что операнд A равен false, операнд B вычисляться не будет вообще. И это позволяет делать известные некоторые нам трюки. Ну, например, A, B
равняется 12,0. If, ну или не так, ну давайте if, да, забежим вперед, условный оператор, простая штука. A меньше B and единица на B больше нуля, then print, ну не знаю, ку-ку. Вот. Значит, ничего не произошло. То есть, чего не произошло? Не произошло деление на ноль. Почему? Потому что мы уже посчитали, что первый оперант операции end, результат вот этого сравнения, ложен, правая часть не вычисляется. То же самое относится к операции or, только наоборот. Если левый оперант истинен, то правый вот, можно не вычислять вообще. А зачем? Мы можем даже такой условный оператор для бедных сделать. Смотрите, c равняется a or b. А, нет, для этого надо сначала поговорить, чуть-чуть зайти дальше. Ну вот, значит, частичное вычисление. Да, значит, а дальше мы будем двигаться вот в каком направлении. Смотрите, вообще говоря, как мы уже только что увидели, объекты в Питоне для того, чтобы являться частями логического выражения, не должны быть типа bool, они вполне могут быть любыми и трактоваться как пустыми и непустыми. Поэтому в действительности операции OR и AND в Питоне работают сообразно вот этой табличке истинности. Вот. Если вам кажется, что тут присутствует какая-то небинарная логика, то нет, логика вполне себе бинарная, просто исходных значений в этом пространстве объектов существенно больше, чем только true и только false. Итак, операция OR в случае, если первый объект пустой, сразу возвращает второй объект. Ну, потому что очевидно, что, значит, она равняется истине в случае, если второй объект равняется истине, а если он не равняется, если он пустой, значит, вот. Поэтому ничего не вычисляется, если первый пустой, сразу вращается второй. А если первый не пустой, то операция OR заведомо истинна, и, стало быть, будет возвращаться истина, точнее, будет возвращаться первый объект, раз уж он не пустой. Такая же история с операцией AND. Да, если первый объект пустой, значит ответ false, ложь, и стало быть, можно возвращать этот первый объект, а если он не пустой, значит ответ совпадает с значением второго объекта, по крайней мере, со значением его пустоты, и можно возвращать просто второй объект. Результат получается вот довольно забавный. Мы можем написать что-то 3 and 5, и что у нас получится в результате по этой схеме? Кто-то сказал 5. Да, у нас получится 5. А вот если мы получим, например, 0 and 5, то что у нас получится? 0. Да? Если мы напишем or 100-500, у нас получится что? Первая строка. Совершенно справедливо. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот. Только ноуны не существует. Да? Вот. Есть такая маленький синтаксический сахар в Питоне, мы до него, возможно, дойдем, а возможно и нет, потому что он так же, как операция математического умножения, не используется непосредственно в языке. Три точки превращаются в специальный объект под названием эллипсис. Вот. Это просто синтаксический сахар, на самом деле это некий специальный объект эллипсис, нужен исключительно для того, чтобы наводить красивый синтаксический шорох во всяких, значит, индексируемых операциях, понимаете, да, там индекс открывается, квадратная скобочка, индекс, запятая, многоточие, запятая, вот. Ну вот, такая вот фигня, эллипсис. И вот тут-то мы как раз можем сделать условный оператор для бедных. Просьба так никогда не делать. Сейчас скажу почему. Значит, условный оператор для бедных выглядит так. А, запятая, Б равняется, ну, скажем, 12, запятая, 3. Да? С равняется А, ОР, Б. А, даже не так. Давайте мы, если уж условный оператор, там должно быть условие и два значения, значит, давайте тогда А, Б, С. С, чем у нас С у нас будет условием,
условия. Забыл, как условия по-английски. Черт. Ну ладно, условия. Пускай будет по-русски. Да? Значит, такой, значит, условный оператор для бены выглядит так. Результат равняется c and a or b. Во. Да? Значит, как вся эта фигня работает? Ну, во-первых, AND как логическое умножение – это более высокопаритетная операция, чем OR, поэтому сначала вычисляется вот это. Если оно не пустое, то оно и возвращается, а если оно пустое, то возвращается вот это. Соответственно, если C было пустым, то вернется вот это. Ну, так рассуждали люди, которые придумали это безобразие. А если оно было не пустым, если C было не пустым, то вернется вот это, да? А если оно было пустым, то вернется вот это. Ну, давайте проверим это. Значит, сейчас, ну где там? Ладно, что-то оно решило забыть эту строчку, ну ладно. Да, вот если оно было не пустым, то получается такой результат. А если оно было пустым, то второй. Почему так делать не надо? Значит, как это работает, мы уже поняли. Да? Вычисляется одно логическое уравнение, вычисляется другое. Это так делать не надо, потому что если А у нас тоже пустое, то внезапно вернется Б. Да? Упс. По понятным причинам, да? Этот N оказался пустым, вернулось Б. Не надо использовать такую конструкцию в качестве замены условного выражения, тем более, что условное выражение в Питоне есть. Оно выглядит так. A if C or else B. Вот это работает всегда как надо. Понятное дело, что тут нету никаких шашней с вычислением общего логического выражения, собранного из операндов и условий. Вот. Просто такая тернарная операция. Фактически это именно что трехместная операция такая. Вот. Кстати, все такая тоже есть. Изобретенная ровно для того же, что люди начали пользоваться вот такой конструкцией в C, выяснилось, что есть вот такой drawback неприятный, вот такой. Да? И вместо него изобрели вот такой. И вместо него изобрели как раз тернарную операцию. Вот тернарная операция в Питоне тоже есть. Не забываем, что она очень низкоприоритетная. Если вы хотите написать какую-то сложную кишку из тернарных операций. О, пришел человек и недоумевает, зачем ему нужен Linux. Я не знаю, зачем вам нужен Linux, правда. Если вы хотите написать такую кишку из этих а if условие else что-то другое, обязательно берите в скобки всю тернарную операцию, иначе у вас все поедет, причем самым непредсказуемым образом. Вот. Еще раз, операция тернарная, но очень низкоприоритетная. Да? Если вы тут поставите где-нибудь плюс, вот. О, тут пришли люди про PDP-8 рассказывают. Удивительное дело. Приходите к нам на лекцию по Linux, дорогие мои. Там будет разговор про Linux, а здесь у нас разговор про питончик. Вот. Это немножко off-topic, то, что вы с собой приносите. Ну вот, значит, тернарная условная операция. Прежде чем пойти к, значит, разговору об условных операторах в питоне, которые, в общем, достаточно такие конвенциональные, с небольшими, значит, прибабахами. Вот. Да, значит, я надеюсь, что вы верите мне на слово, что вот эти таблички истинности соответствуют вот этим табличкам истинности, но на всякий случай проверьте их самостоятельно, вот, просто убедитесь в том, что действительно не пытаться изобрести какую-то логическую операцию, а просто возвращать один или другой из операндов в зависимости от пустоты первого, это хорошая, годная идея, она действительно работает. Вот, прежде чем мы перейдем к, собственно, условным оператором цикла, давайте еще немножко задержимся на всяких операциях с объектами. Например, про сравнение поговорим. Ну, про сравнение что говорить? У них синтаксис такой же, почти такой же, как у
других языках программирования, мы уже им пользовались, мы писали A#B, вот это все. Вот. Мы, забегая вперед, скажу, что у многих типов, ну, скажем так, у любых типов, которые вы реализуете, если вы реализовали соответствующий метод, то будет идти операция сравнения. В частности, у перечислимых типов есть такая штука лексико-графическое сравнение. Мы про него еще раз будем говорить, когда будем про перечислимые типы говорить. То есть, если вы взяли два тюпля каких-нибудь, что у нас там в примерах? Ну вот да, а запятая b, а за равно b равняется. А c равняется 1, 2, 3, 5, а d равняется 1, 2, 3. Вот, то, разумеется, а у нас будет равно b. Вспоминаем из прошлой лекции, поскольку это вообще два имени одного и того же объекта, это один и тот же объект, и А из Б тоже будет true. Вот, А меньше С будет true, потому что лексико-графическое сравнение, сравнили первые элементы, они равны, вторые элементы, в смысле нулевые равны элементы, первые элементы равны, вторые элементы равны, третий элемент, элемент на третьей позиции, у С больше, значит А меньше С. Вот, а меньше d false, потому что лексико-графическое сравнение, мы сравниваем элементы а и d, и на третьем по счету, считая с нулевого элементе, выясняется, что элемент d список d закончился, а список c нет, точнее тюпль, и они были равны, но этот длиннее, тот, кто длиннее, тот и больше. Ну, всякие больше или равно, меньше или равно, не равно пишется вот так вот. Вот, это все довольно очевидные вещи. Вот. Мы из прошлой лекции знаем также про in. Скобки на кортеже не обязательны, если он однозначно трактуется как кортеж. Вот. Вот, в принципе, можно было написать вот так, разницы никакой. Прям вот совсем никакой. Из прошлой лекции мы еще помним, что можно было написать вот так, разницы тоже совсем никакой. Это вообще один и тот же объект, просто немножко разный способ конструирования. Но в том случае, если без скобок можно понять, что это кортеж однозначно, и никаких разночтений не бывает, скобки можно не писать. Вот. Значит, про is мы поговорили, ну, можно еще вспомнить про in какой-нибудь, это тоже сравнение, да, допустим, 3 in A это true, а 33 in A это false. Это уже операция над последовательностью, по которой питончик сам проходит и ищет, нет ли в ней элемента, совпадающего, равного тому элементу. Да? Напомню, что питончик это строго типизированный язык, все объекты имеют конкретный тип, никаких подковерных преобразований объектов одного типа в объекты другого типа не происходит. Вот. Максимум может быть применен некий протокол, по которому мы будем перебирать разные методы разных объектов в попытке их применить, но преобразования типов нету подковерного, строгая типизация. Правда, динамическая, которая состоит в том, что объект в питоне типизирован, а имена нет. Ну вот, это про всякие сравнения. А теперь интересная часть, которая в питоне есть, а много где нету. Это так называемые многоместные сравнения. Если мы напишем что-нибудь типа А, Б, С, Д равняется 1, 2, 3, 4. Вот так. Нет, вот так. Вот так красивше. То можно сконструировать одну такую длинную операцию в стиле, как пишут в математических учебниках. А меньше Б меньше С меньше Д. И это будет true. Обратите внимание, что это совсем не то же самое, просто ни разу не то же самое, что вычисление этих операций последовательно над результатом. То есть вот такая картинка, которую можно было бы ожидать, да, в качестве раскрытия этих скобок, она абсолютно не похожа на то, что... Вот. Ну, правда, она false, она true, давайте попробуем сделать вот так вот. Чего тебе не нравится? Вот.
Зачем я так сделал, не знаю, может, было уже написать ДЦБА. Но неважно, да? Давайте еще раз проверим вот это утверждение. Оно true. А теперь давайте проверим вот это утверждение. Оно, безусловно, false. Вот. Тут пришел человек, который говорит, что команда print печатает строки и переменные числовые тоже. Я вам раскрою секрет. Команда print, вернее, эта функция, она печатает вообще все. Любой объект можно передать в качестве параметра функции print, он отлично его вывезет. Вопрос только в каком виде. Вообще любой, совсем. Мы про это будем говорить, когда будем говорить про строки и про строковое представление versus отладочное представление наших объектов. Ну вот, понятное дело, что вот такого рода сравнение никому не интересно. Кому интересно сравнивать true и false с C? Да? В действительности это сравнение должно раскладываться в совершенно другую конструкцию. Как вы думаете, какую? And B больше C, and C больше D. Вот в такую. То есть вот такие многоместные сравнения, кстати, они могут быть вполне неоднородными. Такие многоместные сравнения, они в действительности являются просто синтаксическим сахаром над конъюнкцией между попарными операциями вот этих объектов. Собственно, как оно и есть в тех же математических книжках. Вот. Это довольно удобно, особенно когда вы делаете математику и что-то там такое пишется вот сложное. Вот. Обращаю ваше внимание, что в силу такого простого правила замены на конъюнкцию возможны неоднородные такие вот сравнения. Вот. И есть много всяких интересных вещей. Там вот, ну, буквально вы можете написать много разных. Вот, да. Вот. Есть такая серия роликов в интернетах, которая называется What, без буквы H, What. Вот, значит, там есть такой обычно там показывают разные вот такие свойства языков программирования. Преимущественно люди любят издеваться над PHP, потому что PHP, конечно, просто сферически наполнен странной логикой интерпретации того, что там происходит, и подковерными преобразованиями. Но в Python тоже много всякого вот имеется, например, вот такое. Это прям как у Бродского. Искусство есть искусство, есть искусство. Вот. Значит, почему true? Да, потому что на самом деле мы раскрываем это просто false is false and false is false. Это правда true. Вот. Не пытайтесь повестись на поводу у лингвистической трактовки того, что вы видите на Питоне. Вот. Она далеко не всегда верна. Верна суровая, душная, формальная трактовка вот по тому, как это было задумано изначально. Вот. Так что ничего страшного здесь нет. Ну вот, значит, возвращаемся к нашим... А, да, условные операции мы уже посмотрели. Да? Вот, условные операции... нужны на самом деле в одном важном случае, когда вы не хотите городить целую лестницу каких-то, значит, ну, условного оператора, особенно с clause else, в случае, если вам нужно только присваивание. Да? Вот когда мы пишем, во, да, когда мы пишем что-нибудь вот в этом духе, вот, да, когда мы пишем что-нибудь в этом духе, это то же самое, то это очень короткая строчка, да? Вот. А если мы хотим это переписать, если бы этой штуки не было, это было бы раз, два, три, четыре строки в Питоне. Вот. И они бы, в общем, читались немножко по-другому. Здесь написано буквально, мы сейчас вычислим переменную res, она равна тому-то, либо тому-то. Вот я не знаю, как называется та часть программирования, которое не является ни семантикой, ни прагматикой, ни синтаксисом, а которое отвечает за коммуникацию посредством кода, ее надо какое-нибудь собственное название, конечно, изобрести. Но вот коммуникация посредством кода у этой операции и у этой if, что там, c, res равно
1 плюс А, else. А что ты, что там, else, что? Res равно B, да? Вот у этой строчки и у этой коммуникация посредством кода совершенно разная, особенно если здесь сложные выражения стоят. Вот тут черным по белому написано, что мы вычисляем одну переменную по примитивному алгоритму. Здесь вообще-то написано, что у нас есть одно условие, в зависимости от этого условия выполняются какие-то там операторы, которые чудесным образом похожи друг на друга, и это на самом деле операция связывания. Вот. Такой код, если он не длинный, читать проще, но если вы там бросали вот этой колбасы вложенной, то, конечно, читать сложнее. Я иногда буду этим болеть, время от времени порождать такие вот нечитаемые, как это, write-only утверждения на питоне, которые написать можно, они работают, а прочесть уже нельзя. Но это будет редкость. Я стараюсь бить себя по рукам в таких случаях. Ну вот, тем временем мы посмотрели, как работает, как устроен условный оператор в питоне примитивный, с clause else. Вот. Обратите внимание на то, я думаю, что все здесь присутствующие это знают, потому что все махали руками, что они программированы на питоне, что в питоне нету понятия операторных скобок, как в C, Pascal и многих других языках программирования, а есть синтаксически значимые отступы. Вот. То есть, когда вы пишете какой-то оператор, условный или оператор цикла, ну или еще какой-нибудь, у которого есть вложенный блок, этот вложенный блок должен просто выделяться одинаковыми отступами. Вот. Вот и все. Это была моя любимая функция painter, которую я всегда пишу вместо функции print. Вот. Вот. Да, значит, вот, да, значит, так и называется блок с отступом. Этот блок по питоне. Вот, значит, тут, значит, я бы сказал, что это не открытие, безусловно, не открытие питона. Такой инструмент есть в многих языках программирования, а именно вложенные ифы. Да? Допустим, у нас есть какое-нибудь число а, и нам нужно проверить, if а больше нуля, написать, что оно положительное, если бы у нас не было клауза ELIF, то пришлось бы писать буквально следующее: else отступ if а меньше нуля, написать, что оно отрицательное, else написать, что это ноль. Вот. Как видите, даже три возможных варианта приводят к такой вот лесенке. Если ваших вариантов, которые вы рассматриваете, десяток, ну или пяток, лесенка будет расти вправо абсолютно неоправданно, потому что на самом деле мы просто хотели проверить четыре варианта. Поэтому в современном питоне пишется не так, а вот так. Я забыл, как тут обратный сдвиг делать. О, вот, смотрите, все выровнялось, глазки не разъезжаются по диагонали. И та самая коммуникация через код подсказывает читателю, что в действительности здесь будут, ну, скажем так, равноправные условия. Проверим одно условие, если оно, проверим другое условие, если оно, проверим третье, ну или там в конце концов вызовем else. Вот. Это про клаузу ELIF. Повторюсь, это не изобретение питона, сделано оно ровно для того, чтобы не городить вот таких вот лесенок, которые еще и длиннее вот это вот место экономится и сдвигается. Конечно, я забыл сказать, но я думаю, что все это помнят, что вот эти отступы должны быть одинаковые. Да? Если мы вот в этом коде что-нибудь с отступами сделаем не так,
Ну, вот эта командная оболочка мне сейчас вообще не даст даже ввести строку. Видите, там она сразу говорит, вон, видите, ошибка там внизу красненькая. Вот. Ну, потому что по синтаксу это неверное предположение. И это еще раз означает, что, еще раз скажу, что в питоне значащие отступы. Отступы являются частью синтаксиса. Вот. А они тоже могут быть условно произвольные, но везде одинаково? Да, именно так. Произвольно, но везде одинаково. Можно хоть один пробел сделать, но тогда читать будет тяжело. Можно сжать tab, чтобы было 8 пробелов, но тогда они будут быстро уезжать вправо. Кстати, у нас будет разговор буквально через неделю или даже на этой неделе завтра в курсе про Linux, про табуляции. Страшные и ужасные привет из прошлого тысячелетия. Вот. В питоне, если у вас в коде появляется табуляция, символ табуляции, питон начинает на вас жутко ругаться, потому что символ табуляции – это такой один байт, который не заменяется на n пробелов, как думают некоторые. Этот байт при выводе текста на алфавитно-цифровое печатающее устройство призван позиционировать позицию вывода на расстояние кратное, ну, скажем, 8. То есть, если у вас есть просто табуляция, то у вас печать начнется с позиции 8. Если у вас есть пробелы табуляции, то печать начнется с позиции 8. Именно поэтому не надо использовать, и надо в коде на питоне уничтожать табуляции просто как класс. Если у вас есть текстовый редактор, настройте его таким образом, чтобы табуляцию он удалял. Вот. Иначе вам будет грустно. В лекции по парадигмам программирования первый я упоминал эзотерический язык под названием, кто был, а никто не был, да? Как назывался язык, состоящий только из пробелов? White space. Вот, это стековый язык, в нем есть три символа. Пробел, табуляция и перевод строки. Очень удобно. Читать программу просто сказка. Ну вот, в каком-то там году, сейчас скажу, это был, наверное, питон 3.6 многострадальный, в 20-м, нет, 3.10, это было совсем недавно. Ну надо же, казалось бы. В 3.10 году, в 3.9, в 3.10 году, в 3.10 питоне, помимо вот этих операторов условных, был еще введен так называемый оператор структурный, оператор сопоставления. Структурный оператор – это довольно сложная конструкция, которую нам с теми знаниями, которые я успел рассказать сегодня и вчера, и в прошлый раз, тяжело будет объяснять. Да? Большая часть того, что я попытаюсь рассказать про оператор матч, будет еще не звучало на этих лекциях. Вот. Поэтому мы сегодня оператор матч кейс посмотрим только в плане управления потоком вычислений. Фактически это будет такой кейс или свитч только на питоне. А вернемся к нему уже ближе к концу семестра, когда, собственно, мы уже поговорим про объектную модель в питоне, потому что в действительности оператор матч в питоне позволяет сопоставлять структуру объекта с некоторым шаблоном. Вообще говоря, вот эту вот штуку, которую мы сделали с помощью Елифа, вот, можно было написать с помощью оператора matchCase. Match. Да. Что там? А. Case. Ну, скажем. А, нельзя. Ну, потому что, что мы здесь должны написать? Мы должны как-то понять положительное и отрицательное. Не можем. Ну окей, нельзя так нельзя. Вот, как видите, он действительно немножко не похож на оператор управления вычислением, который мы видели до того, а именно мы берем один конкретный объект, проверяем его, этого одного конкретного объекта, конкретные варианты, собственно, как в операторах switch или case. Да? В зависимости от них, что это делаем? Ну скажем, вот, значит, у нас есть, а там, допустим,
yes, да, match a case yes. Можно даже написать вот так вот, если очень хочется. А нет, давайте не так сделаем, пишем a.lower. Вычислим выражение и проверим его относительно case yes. Yes. Print. Yes. Да? Case no. No. Print. Case maybe. Hey. Да. Ну и наконец кичол. Вот. Значит, обратите внимание на что. А равняется вот. Обратите внимание на что? Обратите внимание на то, что в клаузе case могут стоять константы, и тогда мы просто сравниваем наш объект с этой константной и вот пишем. Да? Мы могли бы вычитать, например, знак вот этого а и сделать case 0, 1, минус 1. Вот. Значит, о, тут подтянулись наши старые слушатели. Вот. Этого человека я знаю давно, он давно присутствует в нашем ютубчике. Здравствуйте. Ну вот, и еще могут присутствовать так называемые связанные переменные. Вот это вот подчеркивание на самом деле является вполне себе валидным именем переменным для Питона. Правда, именно его, именно подчеркивание очень часто используют для всяких интересных целей. В частности, оно не запоминается в namespace. Да? Таким образом, это некий дефолт. Вот. Мы можем добавить сюда что-нибудь такое, написать что-то типа case result if len от result больше двух, print, вот, result. Вот. Обратите внимание, я забежал вперед, это все-таки планировалось рассказывать на лекции в конце семестра. Это более, гораздо более сложный оператор, чем обычный switch. Да? Вот сюда можно вкрячить клаузу if. Ну так вот, обратите внимание на то, что вот в этом месте в явном виде присутствует связанная переменная. И оператор сопоставления возьмет вот этот объект, который во всех остальных случаях, обратите внимание, потерялся. Он его вычислил, сопоставил, сравнил, выполнил нужный операцию, ничем не связан. Вот. Вот. Значит, да, так вот, если здесь стоит константа, то это просто сопоставление, а вот если здесь стоит идентификатор, то это связанная переменная. Она связывается с этим выражением, ее можно потом использовать. Страшно удобная штука, особенно в сочетании со структурным матчингом, о котором я уже в четвертый раз это говорю, будем говорить в конце семестра. Вот. Уже сейчас можно оператор matchCase использовать как замену цепочки елифов, вот. Если проваливаться из одного кейса в другого, нет, это независимые изолированные куски кода. Это вам не C, в котором вы break пропустили и выполняется следующий кейс. Вот. Кстати, в опять же второй лекции по парадигмам я показывал прекрасную штуку именно про кейс на C, вот, которая называется DAF device. Вот, всем, кто интересуется языком C, но не знает, что такое DAF device, горячо рекомендую почитать. А мы все-таки с вами говорим не про C, а про Python. Вот, и двигаемся дальше, нам нужен цикл. Кстати, вопросов нету, а вдруг есть? Понятно. Все, в общем, понятно. Цикл. Не знаю, как вас,
А меня учили, что в классическом цикле должно быть 4 секции. Инициализация, проверка условия, тело и изменение того, что проверяется в условии. Пропуск любого из этих, любой из этих секций приводит к тому, что цикл станет неполноценным или вообще перестанет быть таковым. Например, понятно, что будет, если пропустить изменение условий. Будет вечный цикл. Да? Мы один раз проверили, что условия таковы. Если мы не обеспечили для него изменение этого условия прямо вот отдельно, в отдельном четвертой секции нашего цикла, цикл будет вечным. Меня тут спрашивают, является ли цикл for синтаксическим сахаром. Нет, это именно оператор со своей логикой работы, то есть он не заменяется на что-то, на какой-то метод или что-то такое. Вот. Понятное дело, что если мы пропустили тело, то зачем нам цикл? Вот. Понятное дело, что мы не можем пропустить, собственно, while-условие. Отдельная, хотя тоже всем здесь понятная ситуация, зачем нужна цикл инициализации. Предположим, цикл вложенный, while вложен в while. Да, если мы пропустили инициализацию, то первый раз этот while внутренний проработает, а второй раз он начнет с конца и не проработает больше никогда. Вот. В Питоне это работает ровно так, как это можно себе представить. Да? Вот сейчас мы тут прямо отсюда вот ручками инициализация и равно нулю, да? While и меньше, это было слово while, и меньше 10, print, значит, и, ну, еще изменение, и плюс равно 1. Ну, я надеюсь, что операция плюс равно, минус равно, умножить равно, сдвинуть равно, там, не знаю, вот это вот все, вам понятно, это такой синтаксический сахар. В нашем случае, в случае константных объектов, замена просто и равняется и плюс один, а в случае модифицируемых объектов, между прочим, вызов совершенно другого метода, который может быть более эффективным. Ну, вот мы это будем говорить про списки, например. Ну вот, вот вам, пожалуйста, цикл while, вот, реализованный как цикл со счетчиком один в один, вот из классических 4 секций, все вот просто как в учебнике. Никто так никогда цикл со счетчиком в питоне, разумеется, не пишет, потому что все пишут for range, но зато это классическая иллюстрация того, как должно выглядеть. Ну, что мы можем сюда приделать? Ну, можем приделать, например, if и равняется 13, пропустим 13, да, continue. Ну, правда, он у нас... Что я пропустил? Инициализацию я пропустил. Где и равно нулю? Нигде. И к этому моменту было уже равно 10. Вот теперь работает. Осталось только сделать, значит, до 15 и с шагом, допустим, неважно. Во! Ой! Почему у меня все зависло? Я обошел изменения. Да, совершенно справедливо. Ну, в общем, как вы понимаете, все это вполне себе такая рутинная штука, с которой вы встречались еще когда начинали, значит, программировать на питоне, на каком-либо языке программирования в этом самом. Так, тут, значит, тогда что надо сделать? Надо как-то обойти его. Ну, неважно, вы меня поняли. Continue, продолжение цикла. Давайте лучше не так сделаем, да лучше сделаем break. Да? О! Только здесь не сделаем 15, конечно. Вот. Значит, break, в отличие от continue, просто прекращает выполнение цикла, сразу переходит за его конец. Python не был бы питоном, если бы в таком даже простом, ну, очевидном месте, как цикл while, не придумывалась бы какая-нибудь удобная штука. Рассмотрим, например, ну, тут сложный пример, давайте мы его ручками нарисуем. Значит, давайте брейк этот. Ну, скажем, с шагом 2. Вот. Вот смотрите, значит, если у нас шаг 1,
мы из цикла вывалились, потому что нашли 13, а если у нас шаг 2, мы из цикла вышли просто потому, что он закончился, потому что 13 не было, но зато закончился счетчик. И это принципиально две разные ситуации. В одном случае нам надо было написать, что значит, print 13 found is found. Да? И если... Во, отлично. В другом случае нам надо написать, что все в порядке и 13 не было. В какое место это написать? Вот если бы не Python, нам бы пришлось завести какую-то специальную флаг о том, что мы нашли 13, а потом проверять после конца цикла, это 13 нашлось или не нашлось. Поскольку паттерн, поиск первого, это очень частый шаблон в программировании, нам очень часто требуется поискать что-то, выйти из цикла, если мы не нашли, и сделать другие, выйти из цикла, если мы нашли это что-то, и сделать другие действия, если мы это что-то не нашли. Так? Значит, надо предусмотреть такое место в цикле, в котором будет выполняться действие только в том случае, если выход из цикла произошел не по брейку. Вот. Вот это не во всех языках программирования есть. Это клауза else к оператору цикла. Она работает супер просто. Она выполняется только тогда, когда вы из цикла вышли, потому что проверка условия вам показала, что условие не выполнено. А если вы уходите из цикла по брейку, то клауза else не выполняется. Вот. Мы, видимо, еще сегодня даже увидим, как это эффективно применяется в решении домашних заданий, например. Вопросы? Окей. Не стесняйтесь задавать вопросы. Помните, что на нашем здесь всегда как это, разговаривать можно. Есть ли элегантный способ выйти из внешнего цикла, находясь на вложенном, такой супер-брейк? Нет, нету. Помнится мне, что какое-то предложение на этот счет, какой-то пеп пробегал, Гвидо его, естественно, выбросил, потому что выход из внутреннего цикла за пределы, ну скажем, второго, требует привязки синтаксиса к знанию об, вот этих, об этой глубине вложенности. Ну, условно говоря, это самое, параметр функции, параметр оператора break. Break 2 выйти за два цикла наружу. И это делает код малочитаемо. Вот. Так что нет, нету. На самом деле и не нужно, вернее, это бывает нужно, но воспользуйтесь старым добрым способом, флаговой переменной, вот это все. Вот. Кто-то тут просил Максим некий, Шайбаков, просил еще моржа вставить, сейчас вставим моржа, обязательно, как же без моржа-то? Морж – это тоже очень хорошее изобретение. Значит, про моржа. В Питоне нету такой штуки, как цикл с постусловием. Некий человек по кличке Дон Патрон говорит, если если убрать и написать print, без него ничего не поменяется. Поменяется, дорогой мой, вы просто не подумали. Конечно, поменяется. Давайте уберем. Смотрите, ничего не изменилось, правда? Ой, нет, изменилось. Конечно, изменяется. Это два разных случая, на каждый из которых нужно проделать одно действие, а не два. Так что нет, вы просто, ну как бы тут, да. Да, значит, важный вопрос, спасибо наш участник Ричард Хендрикс. Интересно, Джимми Хендриксу вы не родственник. Значит, важное замечание, область существования имени аргумента цикла шире, чем сам цикл. Вы завели это имя, и оно существует до тех пор, пока вы его не удалите. Оно появилось в namespace, никто за вас его из namespace не удалит. В Питоне есть конструкции, которые локально заводят соответствующую
имя, и потом его удаляют, но там это имя впервые встречается как раз в этих конструкциях. Здесь, как видите, нет никакого отдельного понятия имя переменной цикл. Да? В операторе while вот здесь может стоять абсолютно что угодно. Поэтому, если вы здесь написали i меньше 15, то, разумеется, в этом месте i у нас равно 15. Чему, ну, в смысле, или там чему-то есть, тут был break. Естественно, оно существует. Да? Вот вам наше пространство имен. Господи, зачем это? Вот вам наше пространство имен, вот это имя i, конечно. Возвращаемся, значит, к нашему разговору про цикл с постусловием. Цикл с постусловием в Питоне отсутствует, потому что нет нормального способа, точно так же, как нету брейка на несколько уровней, нет нормального способа сохранить синтаксическую частоту вот с этими блоками отступа таким образом, чтобы вот это постусловие относилось к предыдущему блоку. Да? Такого графического дизайна в Питоне нет. Поэтому соответствующий пеп Гвида дважды отклонял. Его дважды предлагали, и он, значит, дважды отклонял, хотя его предлагал довольно приличный чувак. Прям очень приличный чувак. Вот. Но тем не менее, да, вот был такой вот. Вот. Где-то тут был такой. Ну, короче, этот пеп был, но его отклонили. Долгое время мы жили, повторяя про себя мантру, что смотрите, каноническая схема цикла – это инициализация условия тела изменения, поэтому, если вы пишете цикл, например, по вводу, то у вас инициализация – это первоначальный ввод переменной. Что-то тут вот так должно быть выглядеть. Да? While – это условие на эту переменную, дальше тело – это тело вашего цикла, а изменение – это повторный и последующий ввод вашей переменной. Вот. Выглядело это, если закрыть глаза на то, что это вот и это совершенно одинаковая строка, выглядело это разумно, да, каноническая схема цикла в действии, но после изобретения моржового оператора этот код сократился в два раза, потому что мы можем написать вот так. Ввести, да, тут же связать его именем, тут же проверить на какое-то условие выхода и дальше выполнить целый вот. Именно так будут устроены некоторые домашние задания по нашему курсу, когда будет сказано «введите все до пустой строки». Вот как ввести все до пустой строки? Да легче легкого. Вот так. Да, давайте напишем программу какую-нибудь простейшую. Сейчас. Что у меня здесь пиджажа нет? Ну ладно. Вот, какую-нибудь простейшую программу напишем, ну не знаю, вот которая будет ввод до пустой строки делать. Да, значит, что-то типа for, а не for, что мы там, while s связанный с инпутом print, ну скажем, int от s. Все, собственно, вот весь код. Да? Что делает эта программа? Она вводит стандартную строку с экрана, дальше она ее, если эта строка не пустая, то проверка условия считается истинным, дальше она выводит ее целочисленное представление, ну, приводит в целое число и так далее до конца строки. Как только она видит пустую строку, не конец файла, обратите внимание, именно пустую строку, да, она вот эта вот, эта операция возвращает пустую строку, все. Вот. Ну, давайте попробуем ее. Тут, да? Нет, пустая строка, все. Вот, так что, если вы увидите в домашнем задании такое условие, что концом ввода является пустая строка, обратите внимание на вот эту двустрочную конструкцию, видимо, что-то подобное вам нужно. Вот. Обратите внимание также на то, что я не стал вот в этом коде, не стал преобразовывать после ввода. Знаете, еще часто бывает в домашних заданиях, там вот условно на питончик пишут int от input, потому что input всегда возвращает только строку, а мы пишем int от input, целое число. Ну так вот, тут спрашивают, можно ли прямо указать, что тут Йов. Давайте попробуем, я не знаю. Что будет, если тут Йов? Сейчас.
ошибочка, говорит. Нет, значит, чтобы прямо указать, что тут ЙОВ, надо пользоваться другим алгоритмом ввода. Мы про это будем говорить, у нас будет лекция отдельно про файловый обмен. Вот, значит, о чем это я? Ах, да, обратите внимание, что в этом коде, на то, что в этом коде я не стал прямо здесь преобразовывать int input в целое число, ровно потому, что этот input может быть пустой, int input там бы выдал ошибку, вот, и какое-то преобразование не пустого ввода переложил уже в тело цикла. По-хорошему, там надо было написать, там что-то равно, куда-то, все. Вот, такие дела. Значит, вопросы про вот Volvox оператор. Да, я думаю, что тут как это, особых проблем нет. Вообще говоря, мы как это худо-бедно, бегом пешком, добрались до конца лекции, но нам нужно поговорить о домашних заданиях, коих в этом году будет, в смысле, в этом, на этой лекции уже будет 4 штуки. Если вам нужны для решения домашнего задания математические функции, они иногда бывают нужны, потому что я люблю давать задания на математику в том числе, вот такую легкую, сложной математики не будет. Ну, нет, не будет. Математики не будет. Вот, забегая вперед сразу, самый простой способ получить все арифметические функции, если вдруг вы не знаете, да, это написать запрещенную современными стилевыми, значит, требованиями к Python операцию from math import звездочка. Ой, давайте я буду не Python запускать, а Python красивше. Значит, from math import звездочка. Импорт. Кому порт? Вот. Значит, мы когда будем говорить про модули и про импорты, скажем, почему запись from что-то, импорт что-то не рекомендуется. Обычно на нее ругаются всякие продвинутые, значит, эти самые анализаторы вашего кода. Но именно в случае математики это вполне себя оправдано, потому что к вам внезапно в namespace прилезают всякие волшебные математические функции, какой-нибудь синус. Вот. Да. Вот, из этого видно, что синус измеряется в радианах, потому что он, видите, синус π очень близок к нулю. 10⁻⁸ степени. Да, какой-нибудь логарифм, какой-нибудь, ну, короче говоря, вот всякое интересное, и даже число e и π, если что. Вот. Значит, прямо на ваш namespace вы можете писать математические формулы, не пиша каждый раз mass.sinus, там, вот это вот все. Вот. Для большинства, если не для всех остальных, модулей, лучше так не делать, лучше все-таки импортировать модуль, а уже писать модуль.sim. Дальше. Как выводить в домашних заданиях, данные? Значит, выводить данные, в общем, легко. Правда, вас могут попросить вывести несколько чисел через пробел произвольное число. Да? Ну, понятно, если вы написали что-то вот в таком духе, то, понятное дело, все три числа вывелись через пробел, всем хорошо. Если вы написали что-то вот в таком духе, забегая вперед, range, да, давайте поменьше сделаем, то числа будут выведены в столбик, тоже понятно. Как вывести много чисел через пробел? Надо сказать операции print, что выводится в конце числа. Ент равняется, ну, скажем, пробел. О! Ой! Ну, давайте еще выведем перевод строки ради этого самого. О! Красота! Вот. Возможно, от вас потребуют вывести несколько произвольное количество чисел или непонятное количество чисел в строку. Можно это делать отдельным оператором, а можно сделать вот таким вот образом. Вот. Цикл for вам не понадобится, хотя вы можете его использовать, конечно, при решении домашних задач. Все. Так, про ввод. Значит, с вводом ситуация следующая. SEP и END это идентичные? SEP это SEP.
Агент – это агент. Как это, Господи, был такой анекдот про императрицу Екатерину, что я, говорит, не могу разуметь, пушка и единорог – это одно и то же или нет? А ему, значит, адмирал Ушаков отвечает, ну что ж ты, матушка, пушка – это особь статья, а единорог – это особь статья. Вот, значит, агент – это то, что выводится в конце, сеп – это то, что выводится между этими самыми. Вот у нас тут был принт, вот. Сеп равняется куку. Даже не так. Вот так. Во, что делает сеп. Агент, естественно, выводит вот в конце. Кстати, если не сделать тут перевода строки, то он еще и вот так вот себя будет вести. В Python это выглядит совершенно отвратительно. Вот. Давайте сделаем перевод строки еще. Вот. Я ответил на ваш вопрос. Провод, да. Значит, еще раз. От вас потребуется что-то ввести. Напоминаю или не напоминаю, как я рассказываю, что операция input, функция input, всегда вводит только строку, вне зависимости от того, что вы туда ввели. Что вы туда ввели. И это строка. Да? Это строка. Вот. Удобство этого способа в том, что бы вы ни ввели, обязательно введется. Пустая строка, значит, пустая строка. Последовательность цифр, значит, строка, содержащая последовательность цифр. Там, ну, не знаю, все что угодно. Сразу предупреждаю, в решении домашних заданий не надо пользоваться функцией, возможностью функции input выводить подсказку. Если вы напишете вот так, да, вот. Если вы напишете вот так, то в логе EJudge попадет словосочетание «введите число» в качестве для сравнения с эталонным выводом. Понятное дело, что в эталонном выводе словосочетания «введите число» нету. Так что input пользуйтесь исключительно с круглыми скобочками без ничего, чтобы, значит, лишнего вывода у вас не приехало в EJudge, EJudge будет ругаться. Да, так вот, значит, введенный нами объект с помощью функции input – это всегда строка. Что мы можем с ним сделать? Мы можем его, ничтоже сумнявшийся, превратить в нужный тип с помощью преобразования типа. Да? Мы говорим int от строка. Если в этой строке содержится что-то похожее на число, то это уже будет число. Да, вот. Вот. Вот у нас s было строкой, а это стало числом. Если у нас там содержится какая-то ерунда, не похожая на число, возникнет ошибка. И вы это узнаете еще раньше, чем попытаетесь дать решение, понятное дело. Вот. Это один способ. Ну и там, если float, если вам нужно вещественное число, то float, понятное дело, тут проблем нет. Этот способ не годится, если у вас вывод достаточно сложный. Например, сказано, введите там три числа через запятую. Вот кто из вас изучал Паскаль, тот знает, насколько сложно ввести три числа через запятую. Вот. Все это несколько проще, но тоже так через левое ухо. В Питоне это можно сделать достаточно просто, но для этого нужно чуть-чуть знать, как работают строковые функции в Питоне. Но есть одна таблетка, которую можно применять в домашних заданиях и нельзя применять в реальной жизни. Она называется eval. Значит, про eval. Питон, как известно, интерпретатор. Будучи интерпретатором, он обрабатывает все, значит, строки, точнее байткод, собственно, и там первичное преобразование происходит при загрузке программы в память в реальном времени. Это значит, что он может, Python, взять и сейчас, какие у нас есть сейчас переменные?
у нас есть функции какие-то, да? Ну, допустим, f равняется 3, x равняется 3. Взять и получить строку, объект типа str, интерпретировать его прямо в реальном времени, во время работы программы, как кусок выражения на питоне, и вычислить. Вот этим занимается функция eval. Более того, функция eval может не просто так себя вести, а еще и заглянуть в текущее или даже специально указанное, мы об этом будем говорить в конце семестра, пространство имен, поискать там символы и например написать вот так вот. Потому что в текущем пространстве имен был символ x. Если мы его удалим, внезапно это уже работать не будет. Вот. Ну и, соответственно, поскольку в нашем текущем пространстве имен мы еще сделали from math import звездочка, то тут может быть и даже вот так. Вот такая красота. Значит, зачем этот eval в домашних заданиях? Да, почему этот eval нельзя использовать в продакшене? Потому что можно выполнить произвольный код на питоне, введя его вот в этом месте. Да? Вот давайте попробуем, значит, вот так вот. Ой, вызвалась функция dir. Ну, осталось только вызвать функцию system с удалением всех файлов на диске, и всем будет плохо. Вот. Значит, не надо делать eval в продакшене, но в домашних заданиях весь ввод, который мы имеем, это тестовый ввод, где ничего такого не будет, я вам обещаю это, я вам гарантирую это. Вот. Нет, правда, иначе еджаш полезет кверху ногами, вот, нет, там ничего такого. Вот. Зато мы можем, например, заставить питон интерпретировать выражение более сложное, а именно вот такое. Те самые три числа через запятую. Что это такое с точки зрения питона? Кортеж. Совершенно справедливо. Поэтому если мы напишем что-то типа а, запятая б, запятая с равняется, упс, то мы получим все сразу. Вот это eval от input. И это довольно стандартная штука, с которой разрешается начинать домашние задания. Раз уж в условии сказано, что входные данные вводятся через запятую по 3 в одной строке. Вот это можно делать. Вот. Значит, нет, речь не про инъекции, речь про то, что в принципе это выполнение произвольного кода на питоне, любой eval или exec выполнение произвольного кода на питоне. Был раньше, где-то лет 10 назад, такой проект Safe eval, именно eval такой, но он выяснил, что в питоне настолько все, в общем, открыто и доступно пользователю, что даже если вы удалили вообще все символы, то есть вам запускается питон, есть такая задача на олимпиаде по питону хакерскому, вам запускается питон, с которым удалены вообще все символы. Вот. Все равно можно получить доступ к пространству имен и начать работать как нормальный человек. Так что питон не для этого. Вот. Это значит, речь идет о том, что так можно писать в домашних заданиях, то что вот. Мы с вами еще будем говорить более подробно, здравствуйте, более подробно про eval, exec и все такое в соответствующем кусочке значит, наших этих самых разговоров. Вот, кажется, наше время... А, нет, у нас еще 5 минут есть, ну вот осталось только поговорить про домашние задания. Домашние задания, значит, как вы видите, домашние задания устроены таким образом, что они опубликованы одновременно и на Eджадже, и на Unix. Сразу скажу, есть у меня такой грех, если мы нашли ошибку, или я нашел, или я что-то переформулировал, я меняю формулировку на Unix, а на Eджадже не меняю. Смотрите, обязательно настоящей формулировкой является формулировка вот здесь. Интернеты, придите ко мне, пожалуйста. Вот в этом месте. Вот. Смотрите туда. Еще одно важное замечание, которое я, кажется, не говорил, что
Вот. Что в некоторых задачах, кажется, это в последней должно быть. Давайте посмотрим. Нет, и здесь нету. А где есть? И здесь нету. Кажется, в сегодняшнем комплекте заданий. Да, вот. Значит, в некоторых задачках есть так называемые спойлеры. Спойлеры – это такой текст, который вы можете читать, а можете не читать, если хотите немножко челленджа. Обычно задачи слишком простые, вот. Но если задача мне кажется, ну, хотя бы чуть-чуть сложной, то, как правило, я в спойлеры описываю алгоритм ее решения. Потому что у нас здесь не олимпиада по программированию, а мы изучаем язык, а задачи такие условно средней сложности даются не для того, чтобы и для этого тоже, но они даются не для того, чтобы упражнять ваше алгоритмическое мышление, а чтобы упражнять вашу способность думать на питоне. Да? Вот вы должны научиться более или менее нормально формулировать алгоритм на питоне, для этого алгоритмы иногда бывают непростыми. Вот задача про степень натурального числа имеет спойлер, который я не буду нажимать, просто скажу, вот здесь вот можно нажать на кнопочку «Комментарий», он появится. Вот. Значит, имеет смысл, если вы не хотите, ваш челлендж не входит, значит, решение задач средней сложности. Вы просто хотите научиться программировать на питоне, жать на эту кнопочку, или вы реально затупили, у вас вот не получается подобрать оптимальный алгоритм, и у вас там все падает по тайм-лимиту. Вот, заглянуть в спойлер, посмотреть, как это все должно выглядеть. Вот для этого существует кнопочка «Комментарий». Вот, напоминаю также, что дедлайны, это я уже несколько раз говорил, последний раз говорю, дедлайны по задачам устроены таким образом: первые 6 дней вы получаете 100% оценки за задачу, следующую неделю 50%, оставшееся время 25%. Это значит, что вы можете решить все задачи в конце, но получите за это всего лишь четверть предполагаемой оценки и, скорее всего, не сдадите ни на какую оценку экзамен. Вот. Поэтому рекомендуется все решать исключительно вовремя. Вот. За небольшим. Понятно, что если вы по каким-то очень важным причинам, я понимаю, бывают причины неделю не делать домашние задания, вот, такие личные. Но это всего лишь один пропуск, и от этого я гарантирую, что ничего не пострадает. А вот если вы это систематически пропинываете дедлайны, то может так случиться, что у вас ничего не выйдет в конце семестра, сразу предупреждаю. Вот. Про копипасту я сказал в прошлый раз. Все, если есть вопросы, задавайте их, пожалуйста. Уже. Я не перезапустил Ниджадж. Я их выложил, но Ниджадж не перезапустил. Вот как только доберусь до консольки, перезапущу Ниджадж. Значит, часто бывает так, что я выкладываю домашние, то есть здесь формулировки домашнего задания есть, в Ниджадже их еще нету. И это означает, что я либо нашел ошибку в тестах и переписываю тесты, а тесты это, ну хочется их сделать аккуратно, поэтому я не всегда успеваю. Вот. Ну вот, да, значит, сразу скажу, что я немножко занудный, и дедлайн идет с момента публикации, а не с момента появления тестов. У вас есть один тест, вот его и пишите. Вот, еще вопрос. Вы говорили, что посылки баллы не будут сниматься за неправильную посылку. За неправильную посылку снимается, вот, спасибо, за неправильную посылку снимается 1 балл из 100. Поэтому чего я не рекомендую делать, это решать задачи методом парковка на слух. Там, ну, как бы, сдал задание, не получилось, поменял плюс на минус, сдал задание, не получилось, поменял 1 на 2, сдал задание, не получилось. Во-первых, вы можете вывести из себя меня, вот, а во-вторых, там всего 250 проб на 40 заданий. Считайте. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что протоколы тестирования доступны вам в Ниджадже, то есть вы всегда можете увидеть, на каком тесте, с каким результатом все упало. А если тест вот такенный, и Ниджадж его сокращает, вы всегда можете написать в чат, я прям вот опубликую этот тест, лично вам выдам.
Вот. То есть у нас нет задачи олимпиады, у нас нет задачи, значит, вас третировать тестами до тех пор, пока вы окончательно не устанете. Да? Наша задача — написать работающий алгоритм. Еще вопросы? Окей, ну тогда всем спасибо и до встречи на следующий раз.